Сегодня собираю душицу. Вы посмотрите, сколько ее здесь. Вот эта тропинка, ведущая к речке. Вот так вдоль речки тропинка идет. А вот такой косогор высокий. Весь усыпан душицей. Так что сегодня мы будем с чаем. Всю зиму будем с чаем. Душистым, полезным, целебным. И с вами поделимся, если напишите и попросите прислать. Так что пожелайте нам удачи.